Приветствую всех, меня зовут Александр, мне 23 года, и я являюсь руководителем детского языкового центра полиглотики в Перми. Для меня полиглотики — это возможность ведения бизнеса и занятия любимым делом. Идея открыть полиглотики пришла мне после работы в Китае преподавателем английского языка. Я считаю, что дети помогают нам открывать в себе какие-то новые возможности, расширять горизонты и мотивируют нас на достижение больших целей. Поэтому приходите к нам в полиглотики и развивайтесь вместе с нами.